Ну, такая песня как-то называется. Сколько можно лягать, говорить? Вы показали, что думать. Разрешили, как жить. Поставили полстраны в нужный ракурс. Подкорректировали прикус. Обозначили правильный статус. Американские добрые парни не часто заходят в наши бары и пабы. Вы поймите, виноваты русские бабы. Неправда, женщины тут ни при чем. И нам не нужны предсказания панды. Нострадамусов, саммы и мантры. Философия Сократа и Канта. Чтобы им понять, как тут и чё. Андрюс, ты реально плох. Послушай, Андрюс, ты не бог. Села батарея, аккумулятор сдох. Андрюс, ты реально плох. Сколько можно рягать, говорить? Крестьяне еще помнят, что такое жить. Эта эйфория, вам нужно остыть. Переосмыслить, переварить. Что для Эстона земельца, петербургский рынок, в Бруклине знать не кушали нашей сметаны. Благодарные потомки вас изваяют из титана, неблагодарные из силикона и полиэтилена. Потом вы превратитесь в Христа, если, конечно, получится избавиться от врагов и хвоста. Потом вас несут, потом расстреляют, ну и извиняйте, сейчас все бывает. Андрюс, ты реально плох. Послушай, Андрюс, ты не бог. Села батарея, аккумулятор сдох. Андрюс, ты реально плох. Вы знали точно невозможно и возможно. Народ кричал нельзя, а вы мычали, что можно. Вы настоящий друг всех людей. Красиво говорить еще не значит честней. Ваши комсомольские партии мало чем отличались от нынешних партий. Вы доблесть и честь, зависть и весть. Нация, пряник и месть. И если вернете на место солдата, получите Нобелевского лауреата. Андрюс, у тебя есть шанс. Послушай, Андрюс, не смотри на альянс. Села батарея, аккумулятор сдох. Андрюс, ты реально плох.